Привет! Добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня вместе приготовим вот такие десерты. Готовим бисквит. В миску кладем сливочное масло и сахар. Взбиваем миксером. Добавляем по одному яйцу и продолжаем взбивать. Далее добавляем сметану или кефир и продолжаем взбивать. Добавляем разрыхлитель, муку и какао. Перемешиваем. Наше тесто готово. Форму застилаем пергаментной бумагой и выкладываем тесто. Равняем. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов 15-20 минут. Бисквит готов, даем остыть. Пока бисквит остывает, приготовим крем. В миску кладем сыр маскарпоне и сгущенку. Взбиваем. Постепенно добавляем сливки и продолжаем взбивать до загустения.
Наш крем готов. Карамель и арахис соединяем вместе. Готов. Холодный бисквит превращаем в крошку. Все подготовили, собираем наш десерт. Собираем десерт по слоям: бисквит, крем и карамель с орехами. Наш десерт убираем в холодильник пропитаться на 2 часа. Можно оставлять и на ночь. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!